Браво, отче. Совет неба дается, арглата рация. Слушай, совет мой, народ мой, Авва, отче. Вот вы вопрошаете, что делать, и что кала фремен, как поступить, эйсламин алте. И я говорю тебе, народ мой, Алфраде, приближайся ко мне. Не вопрошай меня покупать или продавать. Роса неба говорит, аминь, аллилуйя. Но вопрошай меня, как мне приблизиться к тебе, говорит Дух Святой, Авва, отче. Вопрошай меня о грехах твоих, о беззакониях, о которых ты забыл, когда ты простирал руку к незаконному эрефакту, а потом я покрыл милостью твоей, Рафрамин Лария, твои дела, руса неба, Дух Святой говорит, то ныне так, говорит Господь, я буду судиться среди народа моего с теми, кто не разумеет, о чем я говорю, реплайде, кто покрывает грехи свои и беззакония свои, волей своей, я рекламен, и говорит, это нормально, романы, и Господь не обращает на это внимания. А я говорю тебе, народ мой, я на все обращаю внимание, на все, что ты сделал пред моим лицом, Крамайне. Ибо если ты именуешься именем моим, ты должен быть свят, Армен Гнорья. Ты должен был чист, Крамайне. Ты должен быть примером для этого мира, Склаперфация. Поэтому ныне открываю еще милость для некоторых, Ава Отче, чтобы приблизились ко мне и подошли на Пларе Манцеде с духом покаяния, со слезами и с прошением. И таковым я дам мое благоволение. А ты, народ мой, не бойся, ибо я контролирую все в этом мире. Коль ми паче, я контролирую твою судьбу. Не думай, что я пошлю в твою жизнь то, что ты не должен пережить. Если отделю мерой своею, то отделю своею мерой для каждого, Авва Отче. А чтобы тебе разуметь мою меру, то тебе нужно приблизиться ко мне. И чтобы тебе понимать защиту мою, то тебе нужно осветить свою жизнь. Вот что я открыл ныне народу, Рамен Гларья, уразумейте и примите, и если примете и уразумеете, то увидите добрые дни, ибо еще отделяю некоторое время для народа моего. Аминь. Аллилуйя.